Всем привет, я SP-74 и недолгожданная часть. Привет, скажи. Привет. Всем привет, подписчикам моего друга Сереги. Угу. Сейчас мы идем на цистерну, то есть на водоборную башню. А мы сейчас где случилось? Я вам не вру. Где случилось опасность. Мои друзья, меня зовут, если что, Семен. Мои друзья меня не послушались. Да это он меня не послушался, это он сам посередину пошел и все обвалилось. Да, мы сейчас пока жем эту бочку, и он свалился в середине. Да. Ну, я ему говорил не идти в середину, а он меня не послушался. Я был внизу и смог услышать. Вот, я вот тут стоял. Я стоял там, где вот эта лестница, где бочка. А вот оно само. Вот доска. А вот тут он в середине обвалился. Вот доски. Я не знаю, вроде бы он тут лежал. Да. Вот лестница, по которой я спускался, и с вот этой ступеньки спрыгнул вот так, смотрите. Типа. Все. И побежал вот так сразу за ним. И если что, вот вы знаете. Вот это был наш друг, а в это время они меня не послушали. Да похер! Главное уже это, что он жив. Ага, и вот сейчас он. У меня папа в 5 лет много чего ломал. Руки, ноги, нос и то всякое. У меня папа 18 лет, когда в армии служил, он с третьего этажа прыгнул. А это сейчас это, типа второй этаж. Ладно, с вами был я, SP-774, Мур, и всем пока.